раньше в нашем лесу жили шиншиллы. Это был веселый и беззаботный народ. Свой город они называли Шиншиллянск. Начальства у них никакого не было. Так обходились. Целые дни они бегали, прыгали и играли. Часто влюблялись. Шиншиллы были очень добрыми и доверчивыми. Они никогда никого не обижали. И их никто не обижал. Больше всего они любили своих шиншиллят. Да и как их было не любить? Они были такими милыми. И детский сад шиншиллы построили, причем вместе. А потом и больницу. Хорошо жили. У них даже свои автомобили были, на которых они любили кататься. Еще и мотоциклы были. И некоторые гонщики даже в аварии попадали иногда. А ну-ка, дружок, полечись-ка в больнице. А лечила всех наша знакомая доктор Кинси. Строгая, но добрая. Но однажды к нам в город лиса прибежала. Пойдем посмотрим. Ой, какая она ободранная и облезлая. Ой, милые добрые шиншилки, можно я у вас поживу? Я в жизни так натерпелась от злых и неблагодарных. Как только жива осталась. Да, вид у нее и прям жалкий. Теперь только на вас вся надежда. Жалко лису, пусть поживет. Ну, живи, раз пришла. Ох, не нравится мне. Ой, милые мои шиншилки. Во, выздоровела, уже выступаю. Как же мне вас жалко. С чего это тебе нас жалко? Как с чего? Ведь вы так плохо живете. Да неплохо живем, обычно. Вот, а ведь могли бы жить в 10 раз лучше. Это как же? И что нам для этого надо сделать? А вам надо меня выбрать в президенты. Или хотя бы в мэры. И я вам такую счастливую жизнь устрою. Закачайтесь. Я все сделаю для вашего счастья. И даже новый детский сад построю. Лучше прежнего. Может и правду. Жить будет лучше. Давайте выберем ее. Лису мэром выбрали. Вот, я вам обещала новый детский сад построить. Вот, пожалуйста, я всегда выполняю свои обещания. Я ведь о ваших малышах забочусь. Чтобы у них будущее было, я их очень люблю. Они такие мягенькие и нежненькие. Ну-ка, кыш, прическу попортишь. И ты тоже. Чё ты туда забрался? Ну-ка, кыш, мышь ушастая. А старый детский сад я забираю под мэрию. Надо же мне где-то вами глупенькими руководить и заботиться. Да как же так? Что это за детский сад-то такой? Так, конура для собачки. Так неправильно. Да это ерунда какая-то. А ну пошел отсюда, а то сейчас голову откушу. Да это развалюха какая-то, а не детский сад. Не будет у вас никакой мэрии. Сейчас эту вывеску сорву. А я сказала, будет. А я вам еще раз вывеску сорву. Тот, кто вывески срывает, тот террорист. Мы будем с такими бороться. Дорогие
сограждане, по многочисленным просьбам город Шиншилянск переименовывается в город Лисоград. Ура, товарищи! Отдай садик малышам! И вообще, уходи, лиса, откуда пришла! Ха-ха-ха, я мэр по закону. Ну-ка иди в свою больницу и хвост прижми, пока я тебе его не откусила. Вчера лиса вызвала ушастика, и больше его никто не видел. И Шиня исчез, и Пушинка, а сама она гладкая, толстая стала. Вот какая была, а вот какая стала. Я пойду к лисе и поговорю. Отвечай, лиса! Где наши друзья? Нечего панику поднимать. Ушастика я в командировку срочно отправила, и Шиньку тоже. А Пушистик на курорт уехал, он очень худой был, кожа до кости. Я ему путевку подарила. Не могли они уехать, никого не предупредив? По-твоему, я вру? Да ты террорист! Вот откушу тебе сейчас голову, и подружку твою, доктора, тоже съем.